Каракат охотник, комплектация М01. Тут идут мосты стандартной комплектации Жигули, классика. Двигатель 15 лошадей. Типа с простенькими брелоками с двух сторон на болтах откручивается быстро, легко. Идет кабинка, стенд, металлическое стекло, триплекс. Кулак собственный. Рейка рулевая восьмерочная. Кстати, тоже тент. Кузовок. Окошечки такие. Тут даже от солнца нагрело, уже теплее стало. И сворачивается, убирается. Ступеньки с двух сторон для жесткой сцепки. Три ремня идет с двигателя, профиль А. И вот тут вот так вот они открываются, закрываются. Вот как это выглядит.